Хочу поздравить вас, весь египетский народ, с успешным завершением преобразований, особенно в политическом плане, и отметить достижения в социально-экономической стабилизации и, самое главное, в борьбе с международным терроризмом. Мы видим, понимаем, что происходит вокруг Египта и что происходит в вашем регионе, насколько он дестабилизирован, начиная от Афганистана и заканчивая Суданом, может быть, и дальше. Но вам удалось сдержать негативные процессы, удержать страну, и я поздравляю от души вас с тем, что вы справились с проблемами и вышли на рельсы стабильного развития. Это важно не только для нас и ваших друзей. Это очень важно для всего региона Ближнего Востока, Африки. И учитывая, что Египет – это огромное государство со 100-миллионным населением, процессы, которые происходят у вас, важны для всего мира. Мы придаем большое значение развитию дружественных связей с Египтом и рассматриваем вашу страну в качестве важнейшего партнера в регионе Ближнего Востока и Африканского континента. Белорусская сторона приветствует возрастающую роль Египта в Африке, и свидетельством этой роли является избрание вас председателем Африканского Союза. Между нашими государствами не имеется абсолютно никаких проблемных вопросов. Нет закрытых тем для обсуждения. Важно, что мы активно перешли к трансформации дружественных политических отношений в многоплановое и выгодное экономическое сотрудничество. И сегодня уже есть ощутимый результат и серьезный прогресс в этом направлении. Идет регулярный обмен правительственными, парламентскими, деловыми делегациями. Реализована, подготовлена на новый период дорожная карта двустороннего сотрудничества.